Нахожусь в Южном парке, называвшемся в советское время парк 40-летия ЛКСМ. Ориентирую, значит, сразу по местности. Вон там вот находятся главные ворота, что ли, главный вход с красными такими стойками, что ли. Вот, и вот отсюда, с проспекта Калинина, можно подойти вот к этому история в архитектуре. Парк миниатюр, эпизод 1, Россия. Значит, эпизод 1, значит, наверное, будет потом и эпизод следующий. Второй, то есть. Так, карта России. Вот. Прямо тут вот так вот. Вот так вот. А Калининградская область, он туда, куда заперли. И тут прямо замки стоят. Это тут Ласточкино гнездо. У нас там Королевский замок. В общем, я же не все знаю, что тут по всей стране. И вот тут вот прямо объекты. Наверное, их они изображены. Вон прямо Сибирь, там Иркутск, Камчатка, даже есть Владивосток. Так. Так, билетик я взял, билет для пенсионеров 50 рублей. Так, вот, сейчас заснимем. Вот, можно посмотреть расписание. Вот. Это у вас потом еще будет что-то тоже строиться, да, я так понимаю, да? Да, если это вот у нас пойдет. А он... Когда вы не думаете, подойдем, да? Очень вам хорошо. Да, а этот идет пока? Пока? Да. Знаю, ну, а тут, понимаете, он не очень удобном месте для Калининграда. Сюда добираться... И рекламы мало. Да, и не все сюда любят добираться, в этот район. Вот в чем дело. Да, просто район-то недалеко, а вот добираться люди не привыкли. Ага. Да, спасибо. Так, а здесь у нас что? Ой. Ой. Правила посещения. Запрещается. Так. О. Да, тут туалеты, это хорошо. Сова. Так, как бы вот эта музыка мне потом не заблокировала. Хорошо, хоть наша советская, российская. Так, что тут за склад? Я иду с той стороны специально, чтобы потом идти спиной к солнцу. Мельница такая. Так, ну это все надо заснять на видео, а потом отдельно фотографировать. Так что сейчас я не заостряю, так сказать, на вот этих объектах сразу внимание, вот это общий вид. Я пойду туда, в тот конец галереи, парка, и оттуда начну свой путь поступательный против солнца. А вот еще интересно. Перед парком стоит вот такой урна такая в виде зонтика. Интересно, я таких ни разу не видел еще. Так вот, Ласточкино гнездо крымское. Это прямо вызов мировому общественному толерантному обществу. Ой. Опа. А самое интересное, это не в том, что здесь уже были. Экскурсия. Горе. Рисовали тот домик, и вот если в 1903 года, 4 года, из картины видите, то там тоже нарисован 24 везет, это не замок, но вот это все деревянные, это татарный дом на этом месте. Но дело в том, что Ласточкино гнездо, название дал даже не первый хозяин,
первый хозяин, там генерал, который вот это сохранил, дал это название, как назвал генералист замок. Но вот у, в общем-то, у вдовы генерала купил от архива. Так, это интересно, но я бы, честно говоря, с удовольствием бы послушал, но по времени я. Вот. Тут экскурсоводы бесплатные, гиды. Да, можно я засниму его? Мальчик, можно я засниму? А, сфотографировать. О, спасибо. Вот. Так. О, ну, такие участки, значит, на них что-то должно потом появиться. Значит, работа ведется тут какая-то. Так, это у нас что? Академический театр драмы имени Максима Горького в Самаре. О! Ну, откуда же я знал, как он выглядит. А, крутой, красивый какой. Прямо как дворец такой. Теперь посмотрим, что там. Так, дом Костелина в Уфе. Построен 7-12. Ныне расположение таможни республики Башкортостан. Все. Ух ты, какой. Домик прелестный, красивый. Он даже такой восточный имеет вид весьма. Так, идем дальше. Дальше это, наверное, вот сюда. Три объекта я посмотрел. Сколько же их? Ну, немного совсем. Так, это у нас Краеведческий музей. Дом пароходчика Мешкова в Перми. 1820 год. Классицизм. Так. Ух ты! Прелесть какая! Солнце идет, надо мне суетиться. Так, там у нас, ага. Так, сейчас что это сниму. Там у нас качели. Так, храм на крови в Екатеринбурге. 2000-2003 год. Новенький совсем. Так, это... Это вот столетие отмечали. Это, скажем так, убийство царской семьи. 17 июля. Было так вроде. Так, ну детали тут я. Красиво все сделано, как прелестно. Вот. Так, теперь идем сюда. Так, там дальше тоже есть кое-что, поэтому я пойду, ладно, вот сначала подойду
к этому объекту. О, какая рама. Арочка, сейчас сниму, что это такое, потом обойду его, чтобы последовательно все было. Так. Так, Спасский староярмарочный собор в Нижнем Новгороде. 1816-1822 год постройки. О, дерево какое интересное. Вот смотрим, теперь его вокруг обойду. Хорошо бы, если бы солнце так стояло почти в зените, но оно не стоит уже в зените. Так. Так, а здесь у нас что? Так, а это у нас деревянный, комплекс деревянных деревянного зодчества в Кижах. Хорошо сделанный, похоже на дерево. Прямо тут двор такой, огороженный деревянный. Территории, солнце, солнце. Так, а есть ли тут еще что-то? Там я что-то я не... Сейчас, ладно, зайду туда. Так, да, там что-то есть еще. Иду. Так, вот тут какие-то маленькие такие миниатюрочки совсем. Вижу уже. 2-3. Так. Стена, стела, город воинской славы, Петропавловска-Камчатска. О, это интересно. Петропавловска-Камчатска. С такой дали. О, какой. А тут, кстати, фонарики стоят такие осветительные, симпатичные. Главный объект храма Василия Блаженного, это я напоследок оставляю. Так, Николаевские триумфальные ворота во Владивостоке, построены в 1891 году. В связи с визитом наследника Николая II, в 27 году взорваны. О, какие. Да, тут, видать, недавно установили еще. Травка еще не заросло. Красивые. Кстати, вот я взял билет. 50 рублей там, по-моему, для взрослых там 150, для пенсионеров 50. Вот по нему можно целый день ходить, выходить по этому билету. То есть это не одноразовый. Так, еще там, да. Еще вижу два.
объекта. А там озеро, с левой стороны там уже начинается аллея смелых. Вот, тут уже какой-то постамент приготовили, то есть развивается территория, это хорошо. Так, вот это что такое у нас? Московская триумфальная арка. Ух ты, но в Иркутске. Вот 1713 год. Прямо... Серьезно, у нас в Иркутске такое? Байкал. Байкал. Да, в Иркутске. Вот он. Красивая какая, такая у нас. Любят такие арочки строить, тут светлая такая. Да, вот, а тут вход, как я понял, да, вот так вот. Так, ничего не пропустил, вот еще один объектик. Ну, там не доходя до... Рядом. Так, Свято-Покровский кафедральный собор, Красноярске. 1785-1795. Какой светло-голубой. Так, все. За исключением главного центрального объекта, это храм Василия Блаженного. Сейчас мы к нему пойдем. Так, пойдем так, чтобы не против солнца. Давай ручку. Пойдем на качель. Вот примерно в таком же мини-парке я был в Стамбуле. Там мини-Турция, но там намного больше объектов. Они, конечно, так сказать, более древние, но что же делать? Турция — это же Византия бывшая. Детская площадка, тут можно ребенка завести. Так, ну это вот не для детей, конечно. Детям надо, как говорится, поиграть, а тут посмотреть. Это, так сказать, больше такого для старшего, не для совсем детского возраста. Так, и вот храм Василия Блаженного. Сейчас тоже подойду я. Вот. Собор Василия Блаженного в Москве. Собор Покрова Святой Богородицы на Рбу. Так вот. 1555-1561. Честь покорения Казанского царства. Так вот, памятник Минину и Пожарскому стоит. Тоже обозначен здесь. Тут чуть подальше надо отойти. Крупный объект, скажем так, красиво сделан. Слушай, еще интересно их делают. Экскурсоводы знают. Сколько куполов прямо
как отдельные храмы, как бы. Вот. Да, сделано вообще удивительно хорошо. Мне нравятся такие штучки, превосходно. Так, а дальше я проведу фотосъемку. Так, ну я просто засвидетельствую, что это я снимал.